А знаешь, если мы как следует газанем, долетим до твоей сестры за полтора дня. Да, и даже не напоминай. Вокруг нас столько интересного, а ты решил о свадьбе вспомнить. Кого она нужна? Кстати, а где дорога? Я бы тоже начал задаваться этим вопросом. Так значит, здесь кроме нас никого. И можно гонять сколько хочешь. На перегонки? Ну, знаешь... Соглашайся. А, ты ж ты какой! Не терпится втопить педаль. Разве не угнаться за... Догоняй, Маквин! Круто, правда? Да! Болты и гайки! Пусть я не гонщик, но в скорости есть своя прелесть! Что за звук? Похоже на... на самолет. О, а может, новомодный дрон из доставки? Выхлоп небесный! Фару даю! Это уж точно был не дрон! Соляная лихорадка. Ребята, сегодня нас здесь... Хо-хо! Да тут гонки по бездорожью! Теперь понятно, кто нас едва не сбил. Эй, ты посмотри! И берегись демона скорости! Скорости. У них тут собственный язык, а вернее даже культура. Эти тачки смогли отбросить все лишнее. Им нужна скорость. Поздравляю, Лу! Ты побила рекорд! Да, и сама побилась! Скорости немножко опасности. Посторонись! Эй! Прошу прощения, пропустите очень длинную жилу. Они преодолевают себя и соревнуются сами с собой. Смотри, сколько категорий. Классические легковушки, иномарки, особые модели, дизельные грузовики, реактивные тачки. Вот с ума сойти. Здесь, наверное, гоняются даже... Эквадор. Обычно я не трачу время на попытки превратить таких, как ты, в гоночный болид. Эх, тормоз я тормоз. Хотя, впрочем, сейчас у нас совершенно случайно есть место в команде. Поэтому я готов предложить тебе честь стать моим гонщиком. Нет, 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 мы вообще здесь проездом. Согласен, чтоб не развалиться. Что? Нет. Прекрасно, тогда приступим к модификации. Мэтр, зачем тебе все это нужно? Я всегда хотел стать самым быстрым. И надо же, именно сейчас моя мечта может сбыться. Мы же ничего не знаем об этих колымагах. Я хотел сказать об этих профессионалах технического обслуживания. Всех быстрее, шустрее! Берегись демона скорости! О, нет! Мотор! Мотор! 280 километров в час! Ну все, ты смог разогнаться, а теперь лучше притормозить, Мэттер! Нет, я скорость! Вау! 750 километров в час! 1030 километров в час! Ой-ой-ой!